Да, такая осенняя песня. Сейчас мы попробуем исполнить. Называется она «Холода». Но еще рано вообще. Вообще рано. Я завидел, я напишу что-нибудь, а потом раз. Я стараюсь поэтому писать позитивные песни. Ну, это как раз она пенсионная, я ее за 10 лет до этого написал. И тут раз, все как описанному пошло. Ну, может, это на 70 вообще. Кому-то есть 70 лет? Дома сидят. Понятно. А вы по? Ну вот, будем разучивать сейчас. А вступление не надо. Вступление мы не вспомним. Уже к 70 вступления все забываются. И то ля минор это еще вопрос. А вот как? Когда-то вы мой дневник открыв, прочитал.